таком замечательном ICO проекте, как one.io. Ссылка под видео в описании, можете сами ознакомиться. Я подробнее, немного подробнее расскажу вам, что это такое. Мы посмотрим, познакомимся с сайтом. Итак, one.io. Viral Advertising Network Mining, то есть расшифровывается так аббревиатура. Что же это такое? Это локальная поисковая система для продуктов и услуг, которая в реальном времени сопоставляет спрос и предложение на локальную рекламу с ближайшим пользователем. Технология блокчейн используется для распределения доходов от рекламы среди покупателей внутри платформы самой. Таким образом, значит, есть проблема. Традиционная цифровая реклама утратила свои преимущества. Всплывающая реклама в значительной степени игнорируется или блокируется потребителями. Эффективная цифровая реклама недоступна и неэффективна для малых предприятий, чтобы охватывать местные фокус-группы. Местные розничные рынки усиливаются за счет конкуренции со стороны платформы электронной коммерции. Данная платформа решает эту задачу, и пользователи получают доступ к поисковой системе для локальных сделок, событий, предложений по запросу в режиме реального времени. 50% рекламного дохода делится с пользователями. Местные рынки могут требовать информированности клиентов за счет целевой рекламы ниже рыночных затрат. Местные рынки укрепляются за счет большей осведомленности клиентов. Пользовательские данные являются анонимными и оцениваются только с согласия соответствующего вознаграждения. I just wanna be the one you love.